Всем привет, друзья, с вами Феникс, и это у нас Roblox, и как бы необычный режим. В общем, как бы очень интересный режим, поэтому лайкосик там, и приятного просмотра. Погнали. Итак, в общем, ссылочка будет в описании, и просто посмотри, что это за режим. Тут чисто Among Us, Lil X News, и Let's Go! Let's go! Оу, это что? Да, Baby Tesla, let's go? Да, это оно. Да ладно, ну-ка. Ехать, что это? Короче, это самый странный режим, ну и прикольный в то же время, который я находил. Так. Да. Блин, ну это топ просто. Нифига там большой Lil X. Оу. Обалдеть. Слушайте, как бы до него долететь? Да-да-да, офигеть тут просто. Не, ну вообще, вы хотя бы хоть что-то такое видели? Я нет. Это просто, похоже, самый лучший режим в Роблоксе получается. Что-то у нас тут какие-то надписи. Так, I went to the store and all I got was this. Оу, понимаю. Нормально. Не понятно, что написано, ну ладно. У меня English не very 100%, поэтому да. Так, йоу, как запрыгнуть? Эй, мужик. А, спасибо. Так. Сейчас мы этот паркур пройдем. Ну, как бы то, что тут уже можно гонять на этом автомобиле, это вообще топ. Так, ваша награда. О, бумбокс. И что тут за музычка будет? Такос. Ну, это чисто оригинальная, самая такая обычная в этих бумбоксах. Из тулбокса. Он самый. Ну, кстати, Among Us. Это у нас похоже на Трэвис Скотта. Да, похоже, он и есть. Кстати, что-то... Что это? Ладно. Что это? Это вообще просто ор. Кто это сделал? Это, я не знаю, гений, что ли? Так, ладно. Реально, ставь лайк, либо он к тебе ночью проходит, реально. Я предупредил. Не рискуй. Подписочку тоже оформляю, потому что, ну, не рискуй, я тебе отвечаю, мужик. Или девушка. Я как бы хз, кто смотрит, могут смотреть все. Поэтому предупреждаю всех. Реально, ребят, не рискуйте, подписывайтесь, ставьте лайк. Реально, это потому что, ну... Ну, вам надо? Нет, я думаю. Вот прикинь, ты такой успеешь пишать. Вот это вот хрень. Ну, ладно, нет. Поэтому не рискуй, лайк, подписка там. Чё вообще? Режим топовый. Походу. Блин, а тут даже дрифтить может, ты погляди. Обалдеть. Ну, кстати, вот да, Baby Tesla гонит как-то побыстрее, где Lil X. Это как-то немножечко не так быстро гонит, но, в принципе, тоже сойдет. Ладно, спасибо за просмотр. Ссылочка на режим будет в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Всем удачи и не рискуйте вот с этим. Пока.